Диана Кан, приветствуем. Я вас особо стихами мучить не буду, так что успокойтесь, прочитаю одно. Но приведу викторину. Я сегодня вроде Деда Мороза. Журналы можно будет получить за правильные ответы. Вот. А вручать журналы «Гостиный двор» будет главный редактор Наталья Юрьевна Кожевникова. Но сначала я хочу сразу предупредить, что я его написала до того, как мисс Россия стала оренбургская девушка. Поэтому, так сказать, не знала еще. Было-сплыло, шатко-валко, что не сокол, пустельга, что не речка, то каргалка, что не девка, то карга, что не век метель да стужа, край непуганных невест. Оренбуржья, Оренбуржья, на десятки верст окрест. Здесь казачья хата с краю, да и та давно ничья. Край, на что тебе такая пересмешница, как я? Есть вопросы без ответов, без вопросов есть ответ. Ты помог мне стать поэтом, хоть ни разу не поэт. Не взыщи мой край, каргою стать старалась, не смогла. Знать любви твоей не стою, остальное бла-бла-бла. Да и ты, хотя и сокол, однозначно не сапсан, чтобы мучиться высокой страстью по Диане Кан. Заходясь в метельном плаче, зацелованной тоской, край, живущий на удачу, ну на кой ты мне такой? Еще раз повторяю, написано до того, как Анна Линникова стала мисс Россия. Так что у нас не корги, у нас теперь первые красавицы, во всяком случае, этот год. Ну и сейчас мы приступим к очень приятной части, к викторине. Можно будет получить из главного редактора журнала журнал. У нас всего три вопроса у меня. Слушай внимательно. Первый. За что в сказке о рыбаке и рыбке была наказана старуха? А. За лень. Б. За вранье. В. За жадность. Г. За плохое ведение домашнего хозяйства. Жадность. Вот, Наталья Юрьевна, вот, выходите. Вас как зовут? У нас журнал отправляется к Татьяне Симоновой. Второй вопрос. У кого из пушкинских героев был волшебный петушок? А. У царя Салтана. Б. У князя Гвидона. В. У царя Дадона. Г. У королевича Елисея. Дадона! Дадона у Дадона. Вот. Так, сзади вас, Наталья Юрьевна. Да. Вас как зовут? Владимир. Да. Вадим. Вадим? Владимир. Владимиру отправляется журнал. И третий, последний вопрос. Что делает пушкинский кот-ученый, когда идет, внимание, идет направо, не налево? А. Песни заводит. Б. С лешим бродит. В. Сказку говорит. Г. На ветвях сидит. Направо песнь заводит. В красном платье девушка. Журнал вручает главный редактор Наталья Кожевникова. Вас как зовут? Анастасия. Анастасия, поздравляем. Все, спасибо, у меня все.